Мы также уже с вами несколькими фразами обменялись, господин президент, для того, чтобы нам основательно и переговорить, и наладить наши отношения, во имя чего мы разговаривать будем. Я думаю, что вы могли бы приехать к нам, я мог бы приехать в удобное время к вам. И в результате этих визитов наши специалисты поработали, точно так, как Зимбабве и Экваториальной Гвинеи, мы смогли бы выстроить некий план нашего сотрудничества, понимая, что нужно вам от нас, и мы бы посмотрели на вашу страну и определились с нашими потребностями.